Стадион «Зоркий» стал местом проведения соревнований по футболу на Кубок главы городского округа. На поле команды службы судебных приставов, Росгвардии и общественной организации «Офицеры России». Так сказать, чтобы мы усердно тренируемся, не тренируемся, но раз в неделю стараемся, как бы, чтобы сыгрываться, чтобы знать друг друга конкретно, именно кто как может в игре сыграть, кто где, кто нападающий, кто защитник, кто вратарь. Девиз у нас всегда на страже, поэтому будем защищать ворота и осуществлять атаки, забивать голы. Думаю, все у нас получится сегодня. Администрация городского округа не только поддержала инициативу проведения турнира, но и направила на соревнования собственную команду. Состав сформировался давно. Мы зимой занимаемся в зале, летом здесь на поле. Лучший бомбардир у нас Ростислав Мурзагулов. В принципе, играют те, кто играют постоянно. То есть это не какой-то вот показушный турнир, а мы традиционно администрация играем, допустим, понедельник-четверг. Ребята играют тоже регулярно. И здесь мы просто хотим как-то посмотреть, а у кого лучше это получается. Любительские турниры – это возможность не только держать себя в форме. Чувство плеча незаменимо в любой работе. Соревнования на Кубок главы прошли по круговой системе. По итогам спортивных испытаний первое место заняла команда Московского отдела Росгвардии, второе – у Федеральной службы судебных приставов, третье – у администрации городского округа.